Мы, в принципе, постарались стать основоположниками тренда, направленного на безопасность систем безопасности. Многие настоящие крупные вендоры, особенно европейские, подхватили эту идею и, в принципе, сейчас постараются производить то, что действительно защищено. Тем не менее, в отличие от всех на рынке, мы можем смело заявлять, что оборудование IDIS – это единственный вендор, который никогда не фигурировал ни в каких скандалах, связанных с обнаружением уязвимостей, крупными утечками информации, взломами и ими же с ним. Мы предлагаем целый комплекс технологий обеспечения защищенности. Подробно не будем останавливаться, но все это, в первую очередь, поставляется бесплатно, позволяет фильтровать все подключения, пробрасывать порты на базе самого регистратора, позволяет организовывать шифрование end-to-end между всеми устройствами без использования дополнительных каких-то устройств. И все это у нас сведено в так называемое руководство по безопасности, систем безопасности. Мы его предоставляем, оно основывается в первую очередь на наших технологиях, но в целом несет и концептуальные рекомендации о том, как строить защищенную систему и о том, почему это делать стоит. Почему это делать стоит, я здесь часто встречаю контраргументы, ну и давайте даже начну с вопроса. Часто ли вы задаетесь там, ну, таким вопросом, безопасна ли та система, которую вы построили? И сталкивались вы с ситуациями, когда устройство вашего клиента взламывали? Я как понимаю, таких историй не было. У нас партнер есть в Екатеринбурге, который как раз таки с этим столкнулся. Он раньше использовал один из популярных брендов на рынке, скажем так. И когда пришел вирус Mirai, у него было очень сильно бомбо, потому что у него было более 100 инсталляций по Екатеринбургу, и все телефоны одновременно зазвонили, да, эти все более 100. Ситуация возникла очень печальная с его стороны. Это только один аргумент, почему нужно заботиться о безопасности. Второй аргумент, если не сильно глубоко погрузиться в тот же самый Dark Web, можно обнаружить огромное количество, в первую очередь, продающихся эксплойтов для камер, которые давно не обновляются, в том числе обычно сторонние приложения используют веб-сервис Apache, мы разрабатываем свой собственный веб-сервис и веб-интерфейс, в принципе, рекомендуем отключать из коробки. Эксплойт стоит от 1 до 5 долларов. За 5 долларов и более вы можете уже совершенно не заморачиваться и получать сразу доступ к камерам, которые установлены в отелях, установлены в квартирах, и же с ними. Имеется в виду, что, ну, для получения доступ к ним в не очень, скажем так, правомерных целях. Эти цели могут быть довольно-таки широкого перечня. Начиная от того, что обычное видеонаблюдение ставят в ЖК более-менее премиального сегмента, где можно отследить, чем занимается ваш конкурент, какой у него график, а какой график у его детей, так и заканчивая промышленностью, где точно так же можно будет, будучи конкурентом, получить широкий перечень скрытой информации. Построение защищенных систем безопасности – это бич современного видеонаблюдения. И мы стараемся активно с этим бороться, и в том числе помогаем с этим бороться вам.